Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в футбол в Майнкрафте, FIFA 16, как я называю, и сегодня у нас в гостях будет Дима Скрынь. Всем привет, друзья, поиграем сегодня на славу. Да, если вы помните, в прошлый раз мы играли со Злагором на такой же карте, только то была старая версия. Сейчас, на удивление, мы с Димой нашли новую версию, которая еще больше нас порадовала. Тут намного больше фишек, если честно, мне эта игра даже, эта карта начала напоминать даже игру Rocket League, не знаю, играл Дима или нет. А, там нет. Такие же бусты, то есть там только на машинках футбол, но тоже прикольно. А тут тоже вот так сейчас можно поднимать вот эту всю скорость. Но сейчас, ребята, мы это все вам покажем, когда начнем проводить матч. Но перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел попросить поставить лайк. Ведь если мы даем 700 лайков на вот этой серии, то в первую же очередь мы будем чаще снимать видео всей нашей команды. Да, Дима? Да, да, всей командой поиграть бы на этой карте было бы просто отлично. Да. Также оставляйте свои комментарии, если вам понравилось видео, если вы хотите, в принципе, больше совместных видео. И не забываем подписываться на мои каналы, на мой и также на канал Димы. Ссылочка на него будет в описании, заходите и подписывайтесь тоже на члена нашей команды. А мы, ребята, приступаем. Ну что, ребята, сейчас мы приступим к выбору команды. Давай я буду красный или ты хочешь быть красным? Давай, я синий. Ну я давай. Синий. Оп. Так, башка поменялась у меня и у тебя. Начинаем? Все, поехали, поехали. В принципе, правила здесь простые. Нужно загнать мяч. 5 голов. Первым выиграет та команда, которая забьет 5 голов. Опа! Опа, пошли. Давай. Сейчас. Смотри, так, я синий. Ди мяч. Так, я тут. Вот он мяч. Давай. Финт. У меня немного... Ты читак, походу. У меня просто немного... Воу. Ты где? Все, вот он, норм, немножко подлагал. Ну да, прогружалась карта, это, в принципе, всегда так есть на самом начале. Все сейчас нормально? Ну, он у меня на месте стоит. Ну что, ребята, мы разобрались с лагами, сейчас мы будем продолжать. Так, нет, я хотел... Давай. Уже побег. Я хотел на раз, два, три. Оп. Слушай, тут можно просто драться, даже не мяч забивать, а просто друг другу... А какой прикол? Ух ты, нифига себе мяч! Сейчас забью тебя! Нет, Дима, не торопись! Забью тебя! Нет! Давай! Иди вон, Дима! Сейчас! Так, здесь буст, правой кнопкой буст, так... Дима, ой, нет, отдай мяч! Не отдам тебе мяч! Отдай! Сейчас, где он? Так, буст получается 128 здесь максимально, я так понимаю, и... Его можно использовать правой клавишей мышки, да? Какая неразбериха. Ну да, в принципе. Правой кнопкой мыши, когда у тебя есть вот это... Ой, гол! Тихо! Прям Месси. Тихо. Так, сейчас. Теперь моя очередь. Нет, еще моя очередь. Опа. Нет, отдай мяч! Нет, я в сухую не продую. Можешь не мечтать. А Злагор продул. Сейчас посмотрим, как ты справишься с этим заданием. Ты не руешься, небось, здесь втихаря? Да, ну, конечно, я же даже Злагору говорил. То есть я задрочу в эту карту круглыми сутками, а потом кого-то вот так в гости. О, да, его вообще как-то можно выбить оттуда? Подожди, ну, может, с этой стороны как-то его тут можно? Во! Мой мяч. О! А как я его так далеко ударил? Все нормально ты бьешь. В ту сторону давай. Не-не-не, в эту. А ну давай. Давай. Стакс. Давай. Гол. Нет. Чувствую, будет суха. Не будет суха. Будет. Нет. Нет, отдай. Нет. Выбил. Не будет. Будет сухая, не будет. Ты где вообще? Я не хочу сухая. Так, мы играем до трех побед, правильно? А ты где вообще? Ты как-то не заметил, что я возле твоих ворот уже был? А вот за тебя крутился. Так, тихо. Сзади. Тихо. Нет. На тебе. Оп. На тебе. Сейчас. Тихо. Нет, пощади меня. Ты сам себя забил. Так, я всегда забываю то, что тут сразу моментально... Где мяч? Так, тихо. Вот он, родимый. Так, подожди. Давай. Прорыв. Поддайся хоть один раз. Ты-то в нее уже тут столько раз и рубил. Конечно. Нужно хотя бы 5-1 сделать. Давай.
Тихо. Ладно. За то, что ты его бьешь, тебе тоже, получается, да, опыт дают? Да, вроде. Мне кажется. Не вижу его. А, все, ты сдаешься? В смысле сдаюсь? Я возле твоих ворот. Все. Гол, Дима, гол! Поддался я тебе, Дима, поддался. Ну ладно, один раз можно, ничего страшного. Ну да, что ты думаешь? Так, я тут столько тренируюсь круглыми сутками. Это смысл твоей жизни уже, наверное, стал. Этот квадратный мяч как бы уже символизировал всю твою жизнь. Так, финт. Нет, еще раз. Так, а тут есть какой-то штрафной или что-то такое? Мы можем потом. Пенальти там. А мы можем. Мы можем потом сами сделать, да. Пенальти попробовать. Конечно, нельзя не закручивать мяч, не еще что-то, но все же. Так, где он? Так, потерял тебя. Давай, последний, видишь, как я уже сопротивляюсь, последнему! Затащили. Ладно, давай еще раз попробуем. Давай я буду синим, не знаю почему. Давай. Готов? Синим не везет, готов, поехали. Ну сейчас проверим эту теорию. Или это просто отмазки. А тут даже вот так биться можно вначале? Вначале можно, все, иди отсюда. А я не... Ой, мячики. Так, веду. Нет. Веду, подожди. Да. Нужно как-то выбить. Кстати, мне очень нравится то, что здесь, когда только подходишь к краю, сразу из стеклянных панелей как бы стена вырисовывается. Да, вот это реально круто. То есть не сделана стена, что с самого начала там стоит, знаешь? А тогда, когда ты... А-а-а! Нет, Дим, как ты... Нифига себе, Дима, ты такой вратарь прям. Я Бэтмен. Я, кстати, в школе стоял возле ворот, так что... В защите, так что какие-то навыки есть. Уйди. Не уйду. Уйди. Я хотя бы один должен назабить это. Это я не дам коснуться к мячу. Все, уйди. Нет. Давай. Нет. Я сам себе забил походу. А там сложно выбить, когда мяч вот так. Есть, так. Вот, уже. Чё есть? Я гол тебе забил, пока ты там думал. Я сейчас тебе забью, пока ты там что-то там навоображал себе. Да, давай, нет. Да. Еще один гол. А что ты делаешь вообще? О, вот это нечестно. А вот это нечестно было. Все по-честному, давай. Так, где мяч? Все по-честному. Это тактика. Я же выработал тактику. Тактика? То есть я тебе могу гол... Да? Да, давай, забивай. Я тебе сейчас сразу тоже. То есть я не в сухую, по крайней мере. Давай. Умная тактика, зараза. Так, сейчас мне нужна контратака. То есть, в принципе, здесь можно, например, 5-4 продуть, это не стыдно, как бы? Ну да. Ладно. А! Подожди, что за... Ага, не сработала твоя тактика, Дим. Забивай мне уже, будь человеком. Ну вот, на. На. Будь человеком, блин. 2-0. Сейчас нет. Последняя игра может. Так. Всё, сейчас я хотя бы 3 гола тебе закидаю. Давай я опять красный. Мне за красный как-то больше везет. Возможно. Давай, знаешь что? Давай, может, по одному пенальти сразу же. Сразу? Не касайся мяча, я его поставлю сразу. Друзья, как мы это сделаем? Смотри. Не бей. Сейчас, нужно его как-то туда. Вот, сейчас. Это тяжело, конечно, управлять этим. Так, слушай, так это легко тогда будет? Во. Он полетит? Давай. Ну, думаешь, легко? Давай, я на... Нет, да не бей ты, зачем ты ударил? Это же пенальти. Так, подожди, тогда сложно, слушай, он, блин, вот цепляется. Так. Я думал, здесь как бы легко. Сейчас. Он пролетит тут? А ну, сейчас, не бей. Вот так, допустим. Ты отбивай будешь, да? Так, не бей. Ну чё, ты готов? Я готов, давай. Так, ты будешь отбивать, правильно? Да, у меня прям, смотри, пукан горит. Давай. Знаешь, я сейчас тут дымовую завесу поставлю вот так. Не попадешь. Готов? Я-то готов. Давай. Отчет. А, так ты. Вот ты четырюга! Я по отчету. А ну давай сейчас я. Я попробую. Так, давай. Сейчас мы как-то это тут поставим на центр.
летающий наш мячик. Сейчас. Так, подожди, давай. Не халтурь. Так, почему? Я ставлю его на центр, наоборот. Вот так, подальше от ворот. А представь, реально, вот в настоящем футболе вот такая фигня с дыркой стоит, как бы, и так вот люди играют. Да, это прям стенка, знаешь, реальная стенка, а не как стенка в футболе. Так, ну что, ты готов? Готов, давай. Нужно сосредоточиться. Сейчас. Разгон нужно взять с центра поля. Давай. Тебе думаешь, что нужно тебе? Да, сейчас. Погнали! А, нет! Забил! Раза! Ну ну чё, так, ты всё. Сутки. Какие сутки? Всё. 10 часов в сутки я точно тренируюсь на этой карте. То есть ты лишний раз себя как бы, ну, от сна, да, там, отгаражишь, там. Конечно. Покушаешь, чтобы лишний раз тоже, ну, это роскошь, нужно тренироваться. Да. Я сплю 6 часов в сутки, иногда даже 5. Ну главное, зато тренируюсь. Это нечестно. Это не... А я и так выбил. Подожди, что тут? Ага, все понял. Давай. Ты что, хочешь, чтобы я тебе забил? Ну давай, я тебе хоть один забью. А, то есть ты не в сухую хочешь, да? Я не в сухую хочу, давай, хотя бы хочу 5-1. Ну ладно, если ты так, ладно, сейчас. Не, давай, нормально, иди как человек, забивай мне и получай гол в свои ворота. Давай по-людски как-то играй. По-людски ты стоишь. Вот сейчас моя тактика сработала. Так. Ну все, я с читером играю. Конечно, что ты думаешь? Мне так будет проще как бы оправдать себя, что ты читер там. Ну или просто скажи, что у тебя лагало, да и все. У меня лагаю, у меня очень лагало. Жесть просто как. Плюс там еще и читер, еще и тиммейты, нубы походу. Да и, кстати, я вообще не знал, что такое футбол до этого момента. Я так понимаю, что вот люди фанаты футбола, вот они имеют в виду эту карту, как бы, ну, фанаты футбола, там, паблики все, вот они в такое играют. Чё там с ним? Так, ну я сам себе забил, значит, уже не в сухую. Окей, я согласен. На такое поражение я согласен. Бей пенальти. Всё. Пенальти себе в ворот. Ладно, ребята. Честно, приятно. Да. В принципе, мы поиграли с Димой. Извиняюсь, что затащил я сам. Повезло, походу. Просто, знаешь, новичкам везет, можно и так сказать. Конечно. Чего-чего? И тем, кто тренируется 100 часов в неделю, тоже везет. 100 часов. Да. Такие игры. Так оно и есть. Ну, в принципе, ребята, мы вам благодарны за просмотр, так как мы рады были поиграть, если честно, было весело. Потом еще Дима придет ко мне в следующий раз, но уже знает, что сейчас будет тренироваться. Ты же будешь сейчас круглыми сутками тренироваться, как да, я понимаю. Да. Я буду сидеть на кофе, буду сидеть на энергетиках, и это будет смысл моей жизни, чтобы в следующий раз я уже тебя в сухую сделал. Сухую. Вот придет Дима ко мне в следующий раз, там через не знаю сколько времени. Пум! 5 голов за минуту, и Эдисон прям офигеет, как Дима натренировался. Но в принципе, ребята, если вы хотите, чтобы мы потом даже всей командой вместе поиграли, мы как раз со Злагором думали 2-2 сделать. Прикинь, как это будет. Это будет просто эпик. Это будет реально круто, если, например, там, Азлагор, Фирамир, мы с тобой, допустим, вдвоем или наоборот. Это реально круто будет. Но это долго собираться, у всех дела, все занятые, поэтому, может, когда-то мы соберемся, но пока что не знаем. Ладно, ребята, 700 лайков. И мы чаще будем записывать не только с Димой, а в принципе всей командой, хотя бы постараемся. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь, во-первых, я общаюсь со своими подписчиками, а во-вторых, если вы хотите, чтобы мы чаще снимали, если вы хотите, чтобы мы сняли 2-2, то оставляйте свое мнение в комментариях. Также не забываем подписываться на мой канал и на канал Димы, конечно же, ссылочка на него в описании. Дима. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока.